Здравствуйте, мои дорогие. Вот и чабрец расцвел. Расстроенная я прям сегодня, расстроенная. Надо сейчас вести телефон в сервис. Делала, снимала. И что-то у меня с телефоном не лады какие-то. Видео на диск не загружается, не убирается. В общем, не понимаю, что это такое. Самой в этом не разобраться. Зацвела вот эта травка у меня. Очень жалко будет, если не закачается на диск, значит, не выложить, значит, много работы пропало. У меня там и цемент, и украшения. Много чего я там наснимала. Ну ладно, сейчас съездим. Посмотрим. Может, сделается. Трава растет быстрее, чем то, что нужно. Когда уже розочки расцветут. Вот этот куст, он всегда прям радует. Много-много цветов на нем. Но долго. Холодная весна в этом году. Ира с Валерой уже устали мерзнуть. Почти месяц тут. Вчера подружка прислала фотографии из Москвы. Сидят голые. Практически в одних шортах на улице. А я хожу в кофте, в штанах и мерзну. Ходили за свет, платили, выдали нам вот такую табличку. Первая улица, 47-й участок. Наконец-то. Хоть что-то двигается. У нас проходит эксперимент. Пустили автобусы по выходным и по праздникам. Вот. Я говорю, такой эксперимент надо было проводить хотя бы в июне, когда люди приедут. А сейчас, конечно, народу мало, скажут, не нужны выходной. Потом будут битком. А вот собрались мы в город, и дождик пошел. Все как всегда. У нас открылся вот такой магазин. Дошло и до Крыма. Сняла денежку, сынок прислал. И сейчас пойду в сервис с телефоном со своим. С этими репетиторами столько денег вылетает. У нас получается вот за эту неделю было 6 занятий. А еще так время, ну, уроков, что у нас не ходят автобусы, приходится на такси ездить. 6 занятий, 6000. С Украиной, с флагом и с Днем Победы. Ой, прям, девчонки, я так расстраиваюсь. Я не понимаю, что происходит. Как цветет.
просто просмотры упали. Раньше было 5, 6, 7, 8 тысяч за сутки. Сейчас за сутки 2000. Как не понимаю, с чем это связано. С праздниками или с чем? И подписка очень упала. Я уже Иринке сегодня говорю. Работаешь с утра до ночи. Все время что-то делаешь, снимаешь. И вот такая вот отдача, ужас. Прям расстраиваюсь. Да. Мне больше всех вот такие нравятся ирисы. Дождик какой-то, не знаю, моросит. Это кафе-клуб офицерский. Это я иду, в стекле отражаюсь. Так, ну вот он, сервисный центр. Короче говоря, и парень тоже там разобраться не может. Почему видео не удаляется? Он говорит, на других телефонах есть такой неизвестный источник, а тут нет такого. Ну ладно, сейчас посмотрим, может разберется. Ну что? Сделал он мне. Но правда, я дома теперь посмотрю, как у меня там будет. Но поудалял во всяком случае. Все эти видео, которые у меня зависли. Вот. Сказал, приходите. Да. Я вообще-то гуманитарий. По природе, по своей. С техникой у меня сложные отношения. Так что хорошо, когда есть молодые и умные, соображающие в этом деле. Так, ну ладно, теперь куда мне надо? Теперь мне надо магазин. Как деревья цветут. По всей улице. Кристалл. Вот знаете, что плохо в Черноморске? Вот идешь мимо магазина, туда даже заходить не хочется, потому что везде одно и то же.
Убогий, конечно, выбор продуктов. Ничего нового не появляется практически. Да, вот за эту зиму появились только вот эти соусы Хайнц. Ой, прям идешь, прям с запахом таким сшибает. Я говорю, я так отвыкла. Мурманск приехала, зашла в магазин. Ой. Чего там только нет. А тут вот пока с этим делом тяжеловато. Да, отменили бы санкции. Все быстрее бы наладилось. А так... Иду, что-то не вижу я свою Ринсанну с Валерой. А договорились, что пойдем навстречу друг другу. Ну, я уже почти весь Черноморск прошла, а их нет. Надо звонить. Ну вот, они уже пешком пошли домой. Что тогда был договариваться? А я тащусь через весь. Ну ладно, сейчас. Сейчас в путь зайду и поеду домой.